Всем привет, дорогие друзья. Сегодня выбрался на домашнюю воду, взял с собой мормышек, взял прикормочку с мотылем. И сегодня буду пробовать ловить домашних окуней. Ну и если подойдет, то и белую рыбу тоже. Итак, всех приглашаю на эту, даст Бог, хорошую зимнюю рыбалку. Навигатору замечена точка. По летним меркам здесь должно быть примерно 6 метров глубины. Насчет 6,5 метров я немного ошибся. Здесь идет 4,60 глубина. Но я думаю, что есть погрешность точки. И плюсом ко всему, видите, дно постоянно скачет. Это холод в режиме флешера сейчас настроен. То есть, соответственно, под нами либо коряги, либо уже ползает рыба. Поэтому будем сейчас рассверливать круг из 12 лунок. И будем кормиться, и будем начинать рыбалку. Сейчас сяду. Сухарь. Мотыль. Мормыш. Прикормку замешиваю. Сухарь, мотыль 50 на 50. Заправляю аттрактантом. Дальше в кормушку. Сначала кладу щепотку мормыша, потом сверху засыпаю прикорм, для того, чтобы когда у меня кормушка на дне раскрылась, чтобы сначала у меня упал корм, а уж потом сверху полетел мормыш. То есть, чтобы мормыш не закрылся прикормом, обычным вот сухарем и другими такими частицами, а чтобы он был сверху, чтобы его было лучше видно. Основная задача у нас выполнена. Луночки я закормил, сейчас мне остается только попить чайку, поесть бутербродов и начать рыбалку. Ловить я сейчас буду на то, во что верю больше всего. Это деликатная безмотылочка с леской 208 и супер мормышем. Ну что, ребят, вот я и обрыгался. Попался окунек. Небольшой, глубинный, подошел на прикормку. Вот такой. Еще один, ребят, мелкий окунек с глубины. Опа! Попало. Там у нас окунь. Ребята, попался первый, более-менее, не вижу ничего, нормальный глубинный окунь. Подошел, так сказать, на мормыша. Светлый весь такой, смотрите, белесый, но хороший. Опа. Эх, убежал. Тоже, наверное, окунёк. Ой, какой. Чудный. А, ребят. Тоже на агрессивную игру.
такой попал. На агрессивную игру. На самый кончик. Вот так. Клюет. Опа! Есть, ребят, слушайте, сразу же клюнуло. Ничего себе. Кто это у нас? У-ху-ху, на малькозыва, смотрите, какой кушара попал, обалдеть. Пойдет. О, с первой проводки. Ну надо же. Ну, отлично. Отлично. Отлично просто. Ладно, дальше едем. Опа, есть. Ух ты. Так кто это у нас тут такой интересный? Попался. Давит как. А? На мормыша, окунь, ядрёна мать, вот это поросёнок. Понятно. Давайте ещё. Опа. Ещё один попал, ребят. Здравый окунёк. Опа. Мелочь какая-то, думаю. Ёрш давнул. Ну что, ребят, вот и закончилась наша сегодняшняя рыбалка. Я считаю, что для местного водоема это было просто шикарное времяпрепровождение. Я не ожидал, что у нас здесь водятся такие окуни, по крайней мере, по лету они клевали именно такого размера, очень редко. А здесь мы как бы прикормились, смогли сконцентрировать более крупных особей под лунками. Ну и что, собственно говоря, привело к достаточно нормальному результату, я считаю. Я смог более-менее раздраконить рыбу каким способом? Просто очень быстрый подъем с очень достаточно серьезной амплитудой и очень большой частотой. То есть как бы такой прям бешеный тряс смог привести к поклевкам. Ну вот, собственно говоря, с выводами я закончил. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм, на группу ВКонтакте. И увидимся в следующих видео. Всем пока!